Всем доброе утро! С вами Галина, Росаш, Воронежская область. Такая вот у нас картина на сегодняшнее утро. Вчера был ледяной дождь у нас. Перед этим замело у нас, как никогда. Были сильные снегопады. Такой и транспортный коллапс небольшой получился в связи с этим. Ну, посылочки отправляю с гехерами. Так что сегодня последнее соберу. И сегодня у меня новое поступление гейхер. Так что делаю анонс к вечеру. Ждите видео. Что-то получу новое. Какие-то будут те, что уже заканчивается, добавила. Так что сниму обзорчик и покажу вам, как все это будет. Такая вот красота. Сейчас поближе вам покажу. Вот они все веточки, льдиночки. Вчера с крыши сошел снег лавиной. Грохот был страшный. Даже испугалась. Вот он здесь весь этот снег. Он уже был ледяным комом, ледяными глыбами. Падал такими. Вот они. Вот так это все выглядит. Сейчас немножечко пройду, покажу вам, сколько у нас снега. Для нас это много. В самом начале, тем более зимы. Так, здесь моя теплица большая. Для меня, во всяком случае, 70 квадратов. А вот здесь столько вот у нас снега. Чистили несколько дней. Вот, вот столько снега. Так мое хозяйство выглядит зимой. Вот так все в снегу кругом. Две небольших у меня теплицы по 30 квадратов. И одна побольше, вот 70 квадратов. И все в снегу. Кругом снег. Так вот природа с нами в этом году шутит в начале зимы. Все показала нам. Еще, слава богу, сильных морозов не было. Не хотелось бы. Потому что отапливаться очень тяжело зимой. Всем спасибо за внимание. Всем пока.